Всем привет! Сегодня будет у нас видео о гравировке на металле, а то есть буду тестировать свою новую бурмашину, о которой я рассказывал в прошлом видео. Делал на нее небольшой обзорчик. Гравировать будем вот на такой вот заготовочке. Узорчик я уже нанес, его возможно плохо видно, но не в этом суть. Вот так вот он выглядел первоначально. Особо рассказывать по гравировке ничего не буду, поскольку у меня довольно-таки много видео на моем канале по гравировке на металле есть. Единственное, что буду просто показывать, а в конце видео поделюсь своим мнением о этой бурмашине. Расскажу, каково оно гравировать, поскольку я еще ей не гравировал на металле. Да, в принципе, как и на стекле. Поэтому в дальнейшем будет видео по гравировке на стекле и на дереве. В принципе, на этом все, наверное. Узор я перенес с помощью копирки, иглой он царапал. И теперь можно будет приступать к гравировочке, так сказать, к тестированию моей новой бурмашинки. Поехали!
Ну что ж, гравировочку я закончил на скорую руку, так сказать. Вот, собственно говоря, результат. Ушло где-то 4-5 часов. Так это все выглядит. Если бы, конечно, я потратил часов 10, было бы намного красивее. Но я гравировку делал с целью проверить бормашину. По поводу бормашины я доволен, очень доволен. Поначалу минут 10 было непривычно гравировать, поскольку легенькая, маленькая, но зато удобненькая. Контур выводить очень удобно. И вот что получилось. Как я сказал, на быструю руку. Простой узорчик. Я не объяснял, какими шарошками я гравировал, поскольку у меня есть видео на канале, точно такие же, которые я гравировал, такие же вот гравировочки делал на ножах, только с помощью другой бормашины, более большой, это вот этой вот. Опа. В принципе, что этой, что той, да, можно одно и то же делать, просто это намного тяжелее и неудобнее. В принципе, я результатом доволен. Намного аккуратнее получается. Ну а на этом, в принципе, ребят, все. Все получилось удачно, как на мой взгляд. Так что всем спасибо, кто смотрит меня. Всем пока и удачи.